Дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale. Итак, смотрите, расклад такой. Я уже сегодня же заказал адаптер, который мне, вот, я не знаю, через пару дней должен прийти. Это связано с тем, что у меня через AirServer последнее время прям, ну, жуть как лагает. Это не устраивает как меня, так и моих зрителей. При этом у нас не было уже 2 дня стримов из-за этого всего. Я думаю, что сегодня или завтра я проведу стрим через AirServer последний раз. Если будет нормально, то постримим. Если начнет лагать, то, в принципе, стрим будет недолго. Поэтому, если ты хочешь попасть на стрим, прямо сейчас подпишись и нажми на колокольчик. Следующее. Из-за этого у меня просто не поднимались никак трофеи. 5200 мы как взяли, так я здесь пока и сижу. Вот, ну, хотелось бы, конечно, на стриме их поднимать. Но я вам говорил, что в процессе поднятия кубков я буду тестировать множество разных колод. В TV Royale брать, у топов, возможно. Редко, но возможно. У подписчиков там какие-то колоды, если предложат какую-то годную. Сегодня я хочу протестить очень, ну, на мое мнение, интересную деку Хок с пекой. Мне эта дека понравилась тем, что я охренею, сколько тут дефа против Хога. Надгробие, торнадо, пека. Блин, я не знаю, ледяной колдун, мега-муха тоже в этой связке, блин, деф будет жесткий. Короче, хочу проверить вообще, как эта дека работает, 3-6 эликсира. В общем, собственно, и все, поехали в бой. И опять же, не забывай, друг, не забывай, ты вот можешь смотришь сейчас, а вот посмотри, ты вдруг уже не подписан на меня. Даже если был раньше, ты моим подписчиком, YouTube сейчас бывает отписывает зрителей за неактивность, либо за еще что-то, какие-то баги случаются. Всегда проверяйте подписку, всегда проверяйте видосы, у меня каждый день видео, каждый день стримы, нажимайте на колокольчик, давайте, с лета уже возвращайтесь и будем с вами стримить. Так, блин, я не знаю, друзья, вообще так нельзя делать с пекой, но я так сделаю. Опа, окей. Принимаем. Нет, тихо. Ладно, ну пека тычку сделает. Еще одну. Эх. Так, здесь тамба. Неплохо. У меня просто варианта не было другого. Так, здесь фаербол. Так, в принципе, начало неплохое. Что же это за колода осталась теперь? Да голем, наверное. Что там может быть еще? Скорее всего, голем. Сейчас, если поставит его, то я... Угу, я сразу в атаку пойду. Только вот мне не нравится его ракета. Очень не нравится. Прям, я не знаю, поставлю пеку на деф от голема. Он выкинет пламенного. Я захочу пламенного задефать мегамухой. А он, падла, выбросит ракету. Так, ладно, здесь ледяный колдун. Надеюсь, он не пойдет на левую сторону. Ага, не пошел. Не пошел на левую сторону. Так. Зап, тихо. Но мы все равно теряем эту вышку. Я думаю, это и так очевидно. Здесь фаербол. Нам самое главное хотя бы вот это, весь мусор вот этот задефать. Так, пятый ледяной колдун, в принципе, неплохой такой, держится. Жаль, копейщики его добьют. Так, поехали. Хогушка. Ух, а сейчас сложно, друзья. Он на трешку собрался идти? Если на трешку, то в принципе неплохо. У меня шансы есть. Так, здесь ледяной колдун. Здесь мега миньон. Здесь надгробие. Мне нужен хог. Блин, до хога, конечно, крутиться неудобно. А в этом плане, да, дека так себе. Ну, не знаю, под хога она, конечно... Очень странное. Так. Здесь готовим сейчас зап. Просто прекрасный зап. Там накрывает 50% юнитов. Так. Здесь мы ледяного колдуна дропнем. Нам нужен мега миньон. Вау. Пека. Ок. Мега муха. Так. Ой. Вот это опасно вообще просто. Вот это заспамил челик меня. Блин, я проигрываю. Да, друзья, я тут проиграю. Блин, просто этого пламенного никто не бьет. Пламенного бейте. Фух, он на вышку не сагрился. В принципе, если я сейчас с помощью торнадо оттянуть юнитов, то отдефаемся. И получается, что сейчас заход с хогом. Здесь фаербол ложится. Хороший фаербол. Здесь используется зап. Блин. Крутимся до хога. Давай. Отлично. Еще одну. Просто вы видели, какой бой был.
Шикарно. Я уже думал, проиграл. Я, кстати, не обращал внимания на лаги, были они или нет. Да и бесполезно на них обращать, они не исчезнут от того, что я буду смотреть на них или нет. Фух, жесткий соперник. Классно, мне понравилось. Но есть минус. Минус в том, что до Хога крутиться очень сложно. То есть, ну, с Хогом не такие немножко деки. То есть, она у меня нестандартная какая-то. Она больше, знаете, я не знаю... Не, не под гиганта. Это я хер его знает. Ну ладно, я это такой взял у топа, может и нормально под Хога. Но мне трудно было крутить колоду к Хогу. Ну, наверное, надо было активнее использовать заклинание. Так, это, скорее всего, спеллбайт какой-то. Давайте здесь муху. Так, против спеллбайта у нас что? У нас запфайр, да? Так, ага, я понял, я тебя понял. Так, здесь зап. Ух ты, ё-моё. Тихо. Тихо, надо принцессу уже добивать. Принцессу уже надо добивать. Пропускаем, короче, вот это все. Угу, спеллбайту я, наверное, проиграю. Чувствую. Блин. Ледяной дух, хорошо. Сагрис на надгробии, гад такой. Хорошо, отлично. Так. Плохо, смотрите, он уже прокрутился, наверное, до бочки. У меня по эликсиру вообще все плохо. Так, здесь ледяной колдун. Шикарно. Здесь надгробие. Думаю, вот сейчас ставит надгробие. Сейчас немножечко эликсир еще подкопится. Отлично, ставим. Так. Так. Используем торнадо. Активируем вышку, если не нуб. Отлично, активировали вышку. Поехали, Хог. Готовим сейчас зап. Так. Хог несколько ударов сделает. Это нам на руку. Ой-ой-ой-ой. А вот это плохо. Вот это плохо. Давайте хоть не с разгона получать урон от... А, мегамуха сдохла. Отлично. Блин, там надо было пеку ставить. Разбойники, конечно, мощно-мощно заходят. Ладно. Ладно, ставим надгробие. Ставим надгробие. И залетает Хог у нас. Пошел Хог. Так, шикарно. Блин, конечно, через бревно Хог не дойдет. Так. А, у нас же еще надгробие. Ой, торнадо, я забыл. Так, здесь у нас пойдет пека. Здесь у нас пойдет пека. Здесь у нас ледяной колдун. Здесь у нас вот такое вот торнадо. Незамысловатое. Так, нам надо, короче, сейчас фаербол наперед. Ну, бля, как-то эликсира не хватает немножко. Давай, банду гоблинов, пидор. Ай, блин. Не, пацаны, он уже настакал этих принцесс, что скоро, блин, принцессами просто вышку мою забьет. Зап. Ну, хорошо, что главная вышка еще атакует. Ну, без шансов, друзья, вообще. Против спеллбайта, как видим, не получилось у меня. Не фартануло. Она еще в начале я затупил. А, ну, такая дека. Непонятно. Ну, опять же, повторюсь, я ее взял. А, здесь вместо запа были огненные духи. Вот, ну я посчитал нужным запа ставить. Что-то огненные духи, не знаю, как-то мне не очень. Хотя можно попробовать, будете с ними. Так. Давайте ставим надгробие на левую сторону. Блин, Хога выпускать, сейчас не выпускать. Давайте, потому что если сейчас поставит какой-то там гигант или еще что-то, скорее всего, кладбище. Да, скорее всего, кладбище. Так, здесь колдун ледяной. Блин, против кладбища бы лучше зашло. Хотя хер его знает, может, и не кладбище. Так, запать интересно будет он? Нет, не запает. Окей, здесь давайте мегамуху с краю карты. Блин, а что ж, вот как крутить цикл? Блин, реально, наверное, тут все-таки лучше зайдут огненные духи, нежели зап. Так. Зап. Ой, вообще шикарно. Да, вот тут зап, конечно, вообще прилетел нормально. Смотрите, как мы справляемся. Оп, и доход нормально, так легко прям. Так, здесь давайте тамбу поставим. Ну, это, по идее, кладбище. Я не знаю, что это. Так. Если он не будет дефаться, то мы сейчас на 3 короны его заберем. Он не... О, так нормально. Я думаю, что... Хотя...
Не знаю, он ливнул или нет. Мне просто кажется, что он, ну, блин, думает, да ну камон, такой проход пека, это прям, не буду продолжать играть, это тупо было. Тупо потерял вышку. Блин, ну а добить мне тоже еще надо постараться, потому что таких особых карт на добивание нету. Ну, так, чтобы сразу до пики еще не прокрутился. До фаера тоже, как видим, еще не двойной эликсир. Давай, последняя тычка, и все, победа. Три короны. В общем, колода нестандартная. Против голема сложновато играть. Хотя мне очень нравится... Ага, это коргик был. Так коргига вообще бы с пекой изи. Мне нравится вот эта задумка с надгробе, с торнадо, с пекой, прям, ну, для хога это боль. Но, мне кажется, нужно к этой деке привыкнуть немножко, я привык к хогам играть быстро. В общем, не знаю, напишите в комментариях, понравилась вам эта колода или нет. Не забывайте предлагать свои колоды в комментариях, потому что, если какая-то дека годная будет, она попадет ко мне в видос. И не забывайте ставить лайки, подписываться, нажимать на колокольчик. Спасибо вам за просмотр и ждите новые ролики. Они будут совсем скоро. Кстати, сегодня еще такой спойлер будет ролик по твинку. Все, всем удачи, всем пока.